Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру под названием Япи Психом. Окей, мы с вами в архивах, мы встретили какого-то монстра, полтергейсты у нас были уже и все такое. А здесь у нас кровавый ромбик, квадратик и мужичок, который решил, так сказать, повисеть в воздухе. Да. Так, что здесь у нас? Здесь... Так, письмо. В нем написано: теперь все компьютеризировано, больше никто не работает в архивах. Я не видел старого человека, сову, уже много лет. С тех пор это место перестало быть безопасным. Никто мне не верит, но я видел что-то зловещее, передвигающее между нижними полками. Передвигающимся. Бесполезный документ. Здесь так много папок, что я даже не знаю, с чего начать. Фу, блядь. Ой, это еще труп. Мрань. Какой-то глаз. Что это? Вы получили лес и копия формы R8. Подожди-ка, молот ведьма. Она искала ту же книгу, что я? А2. Ничего нового, просто записка в секции автора. А2. Стоять. А2, это... Подожди, у меня додвинулось вот это. Значит, что-то есть? Не знаю, ладно. Получается, все это так, да, делается? А2. Тут старая папка. Альфа. Звездочка. Скорее всего, альфа. Это сколько у нас? 7? Похоже, что это какая-то загадка. Может, она приведет меня к другой книжной полке? А, ну если книжные полки, подожди. 7. 7. 5. 6. Не нужно вот это. А7. Здесь лежит папка, которая настолько старая, что разваливается на части. В ней лишь одна вещь. Морской бой. А, типа, мне нужен квадратик, это то, да? Это B1. Я играю в морской... Ну, типа, играл в морской бой, поэтому... О. Я надеюсь, что это последнее. Стрелочка вверх. Наверх. Ах ты жопа. Так, ну здесь полки двигаются. Окей. Могу пройти? Могу. Синтракорп Рефлекш. Это копия журнала компании 1973 года. Так. За главной статьей есть фотография Синтры, и в ней написано: Синтракорп возвращается с новым планом развития робототехники и компьютеров. Так, там ящики. Ага, меня туда не пускают. Стой, я вот сейчас смотрю, да, на вот это все дело. Там что сломано, походу, там могу спуститься. Типа, а как я еще по-другому достану папочку? По идее, только так. Паутина. Вау, вау, вау. Включи свет. Клянусь, что я что-то видел. Походу, за то, что он говорит, ползает, это вот это. Вы получили одну карту на коробку. Окей.
Так, итого у нас выходит с вами что? Ромбик, то есть этот. Маленький, большой, маленький, да? Здесь ничего интересного. Оп. Аут Хех Креймер и Джи Спрингер. Вероятно, это авторы Молота Ведьмы. Запишу в форму. Крамер Спрингер. Залез. Бля, мне кажется, там ящика что-то ценное будет. Так, я не вижу здесь ничего интересного. Мы получили ломтик хлеба. Два пакетика кофе. Здесь ничего нема. Карандаш. Я не вижу здесь ничего интересного. Сода. Нахуй надо. Похоже, что нет электричества. Не знаю, что это были за... Походу, мне скинуть нужно челика. Он держится на узле. Развязать его? Да. Ах. Блять. Мне стрёмно. Где переключатель? Блять, быстрее, быстрее. Ладно, он куда-то съебал. Вы получили один лист ведьминой бумаги. Здесь есть еще что-то. Вы получили сэндвич с алюминиевой фольгой. Я знаю, я буду сохраняться. Я помню, что я сказал, но... У нас с вами ее... Сколько уже? Три штуки? И по две запасные. Да? Да. Поэтому... Пускай так. Вы запомните. Длинный, простой, простой. Он в кассетную пошел. А длинная, длинная... Подождите, это перевернуто. Еще может быть, да? А, подождите, у нас квадрат, квадрат, треугольник. Это вот. Вторая. Или на, наоборот, снизу. Сейчас, мышка есть. У нас получается вот был треугольник, треугольник. А, тут перевернуто стоять. Стопэ. Вот он наш. Короче, это третий ряд, второй справа. У этих кассет есть символы. Так, на обложках, но она ни в чем не говорит. Мы получили карандаш. И, блядь, в смысле? Разве это не в том, который посередине? Вы охотник? Нет. Нет, нет, я обычный работник. Что вы от меня хотите? Зачем вы меня беспокоите? Хм, вы кто? Я тоже не охотник, как вы. Эй, вам нужна помощь? У вас кровотечение, не так ли? Те, кто предлагает помощь в этой компании, либо новичок, либо лжецы. Полагаю, что я новичок. Есть пригорода. Ясно, вы бедный и несчастный, как и я. Я тоже приехал из пригорода. Я работал электриком, как и мой отец. И отец моего отца, да, до меня. Я полагаю, что вы знаете, как это тяжело, учитывая, как здесь мало ресурсов. Там, откуда я, наше единственное желание с малых лет свалить оттуда. Я был так счастлив, или мне так казалось. Но когда пришло то красное письмо... Вы тоже получили, так, похожее письмо? Понимаю, получ... Так, понимаю.
Получается, что вы, кроме того, что новичок, еще и лжец. Не так ли, охотник? Но тогда вы тоже? Слушай, ты выглядишь нормальным парнем. Я не хочу тебя напугать, но я тебе... Ну, могу я тебе помочь? Могу я спросить о... На полу страшной штуки. Ладно, Хаммере. Вы знаете что-нибудь о книге, которую мне надо найти? Она называется «Молот ведьм». Фу, не ври со мной об этой проклятой книге. Мне удалось найти половину информации, которая мне нужна была для формы. Но одна из них... Проклятых мин взорвались и подожгли эту бумажку. Черт, извините. Так вы знаете, где мне найти остальную информацию? Это не видел надпись на входе? В ней написано, в какой комнате есть та или иная информация. На полу. Вы знаете что-либо об этих взрывающих штуковинах на полу? Я наступил на несколько из них. Вы знаете, как их деактивировать? Ты имеешь в виду, как их убить? Это не машины, они скорее мутанты. Я видел парочку трупов, поэтому должен быть способ убить их, но я не знаю как. Свет. Вы сказали, что были здесь. Электриком, вы не знаете, как включить свет наверху? В коробке с предохранителями одном отсутствует. Вы можете заменить его с помощью чего-нибудь. Сделано из металла и подходящее по форме. Внимательно исследуйте предметы в вашей кейсе. В вашем кейсе. Вы можете получить много информации, если рассмотрите их вблизи. Спасибо. Спасибо и надеюсь, что вам станет лучше. Я не вижу здесь ничего интересного. Здесь ничего интересного. Опа, плюс бумага. Так, давайте, нам нужно сюда и сюда. Так, квадрат, треугольник, треугольник. Должно быть это здесь. Посмотрим на обложке. Так, бинго. На этой надпись написано «Молот ведьм». Так, подождите, а где я могу... А, стойте, я, наверное, знаю. Или я не знаю. Ладно, подождите. Железно. Но у нас только единственное... Это вот это. Использовать. Возможно, если воспользуюсь упаковкой в фольге, вы получили один сэндвич с сыром. Похоже, что она работает. Это должно включить электричество в комнате наверху. Так, мы с вами как раз получили кассетку. Давайте я, наверное, в другую комнату схожу, напротив. Весело. Ладно. Там принтер, его можно, в принципе, зарядить. Ну, я, наверное, так и поступлю. Хотя мне легче, на самом деле, вниз бегать, знаете, и сохраниться там. Потому что так я трачу плюс... Так, подождите. У меня один картридж. Зачем мне тратить картридж, если я могу просто воспользоваться тем, где я уже был? Пока у меня есть бумага лишняя. То есть у меня две бумаги. Одну я оставлю на самый такой крайний случай. Вторую я тоже могу заюзать, в принципе, если что-то сделаю такое охерительного. Погнали сюда, потом в глаза пойдем. Мины, понятно. Все в минах. Карандаш. Это одна из тех мин. Хотя похоже, что она мертва. Карандаш.
Жуткие звуки. Видеоклуб. А, привет. Привет, меня зовут Брайан. Или я имел в виду Пастернак? Я вас не слышу. О. Извините, не могли бы вы... Я слушаю. Не надо так кричать. Ой, извините, я не хотел шуметь. Меня зовут Пастернак. Информация о книге. Могу я спросить, а... Вы слышали о книге... Так, названной «Молот ведьм»? Нет. О, я думаю, что вы работали на этой этаже и могли бы мне помочь. Нет. А, на полу странные штуки. Вы знаете что-нибудь об этих минах на полу? Можно ли их деактивировать? Карандаш. Карандаш? Да. А вы имеете в виду, что надо использовать карандаш, чтобы убить их? Или вам нужен карандаш, чтобы вы могли сказать мне, как их убить? Я не слышу вас. Я смотрю кино. А, ну ладно, хорошо, спасибо, я попробую с карандашом. Окей. Инвентарь. Использовать. Это видеоплеер. Мне нужна видеокассета. Это проигрыватель для кассет. Он работает в кассетете. В кассетете. Это тарелка для кошачьего корма. Они пустые. А-а-а. Теперь я врубился, зачем мне. А, походу, да. Ладно, инвентарь. Вот, кушайте на здоровье, милые котики. Вы использовали кошачий корм. Так, в стене трещина. Холяная водичка. И что ты мне прилагаешь? Подожди, я могу? Окей. Так, давайте, наверное, знаете, что мы сделаем? Блин, во-первых, наверное, вернемся с самого начала. Я хочу обезвредить там мину. Там два сундука стоит. Ну, этих ящичка. Я хочу обезвредить. Оп, оп. Что тут есть? Листок бумаги, раз. Плюс два карандаша. А почему паук не воскресает? Или он потом воскреснет? И там будут еще маленькие паучки на меня нападать. Дальше у нас вот эта комната идет, получается. Гуи кассету прослушаю. Все равно у нас как раз с вами есть. Это проигрыватель для кассет. Он работает в с кассетами. Бля, мне просто неудобно так. Посмотреть. Аудиокассета, вставьте в ауди, чтобы прослушать ее. Интересно, что записано на этой кассете? Кто? Шесть. Шесть. По-моему, я слышал, что голос сказал 1486. 1486. Наверное, это год издания. Я запишу его в форму. Так, мне нужно где-то кассета, да, найти, как я понимаю.
Это как максимум странно, то что что-то смеется надо мной. Ладно, погнали сюда. Использовать. Кадж. Значит, ящики тоже мне нужны. Ящик пустой. Так, там есть ящики. Использовать карандаш. Мы получили 30 кредитов плюс. Так, я не вижу здесь ничего интересного. Так, плюс карандаш. Так, это финансовая статья 1961 года. Интернациональные банки рекомендуют покупать акции группы Синтеракорп на форме, на фоне прогнозов более высокого роста на фондовом рынке. Поддержите чудо малого семейства бизнеса, который сейчас находится на вершине эксплуатации, заявление Джи Синтре. Основатель и президента компании. Я не верю в удачу, я не суеверен. Самое важное знать, когда стоит воспользоваться представленными возможностями. Здесь ничего нету. Ничего нету. О! Это зараза. Ох, а меня сильно так покоцало. Так, это видеокассета, названная видеоклуб мистера Кокона. Вы получили видеокассету. Окей. Эд Олстенберг. Должно быть это издатель, я запишу эту фамилию. Так, форму. Мистер Жабка. Юга. А, короче, мины убивают с 4 ударов, если так посмотреть. Что это было? Хорошо, теперь я... Так, стала проблемой. Я думаю, что я смогу выйти отсюда в темноте, но... Взорвавшись, не взорвавшись. О, нихера, нихера. Хоп. Что ж, на этом все, форма заполнена. Я полагаю, что я могу уйти отсюда и проверить, могу ли я теперь попасть в библиотеку. Но сначала мы пойдем посмотрим кассетку. Вот кассета, которая у меня есть. Кокон. Перережь их бинты. Что-то мне кажется, потом мне будет это сниться все дерьмо. 2 часа ночи. 2 часа ночи. Пауки. Перережь их бинты.
можешь... А ну-ка, можем иголок не сходим, предложим кассетку. Окей, не хочет. Блин, мне бы засейвиться бы. Стоит. Могу к ним вернемся, к паукам. Да нет, ничего тут нету. По идее все. Я могу возвращаться. Так тихо стало. Так, у меня есть бумага. В принципе, я могу отхилиться и этот. Или го. Ну, дальше. Мы же, по сути, все заполнили. Вы хотите воспользоваться формой? Да. Ошибка. После всех трудов написано, нужна печать Центрокорпа. Печать Центрокорп. А, наверное, стоит расспросить Синтру, когда вернусь в свой офис и поговорю с ней. Го, это сейчас делаем. Что-то Лев долго ехал. Мисс Ростова. Привет. Да, потому что здесь есть новичок, который только начал работу. Ты не слышал? А, подожди. Да, потому что здесь есть новичок, который только начал работу, ты не слышал? Я могу рассказать все, что ты хочешь знать о нем. О, нет, в этом нет нужды, спасибо. Как вкусно. И прям вкусно. Ты не принес еще коробок для ланча? Если он сойдет с ума, то лучше запереть его и дать ей так за разобраться с этим психом. Ты так не думаешь? Хе-хе. Рада встрече. Меня зовут Ростова. Я работаю на 5-м этаже. Рад встрече. Ты слышал? Ну, я не знаю, слышал что. Кто-то опять написал ругательство на доске в столовой. Вероятно, Хьюго. Привет. Да, Хьюго может. Хьюго может это дерьмо замутить. Что такое? А, здравствуйте, мистер Пастернак. Привет. А как вы? Справляетесь? Ну, потихоньку. Клавиатура компьютера и это, как ее? Мышка, клик-клик, все в порядке? Да. Ага. Итак, ты уже узнал, в чем заключаются твои обязанности? Управление, административное перечисление, запрет, управление. А нотариальное управление людьми? Ага. А что насчет Хьюго? Хьюго? Я не вижу его... Так. Я не вижу его за своим столом. Ты не знаешь, где он? Он недавно ушел. Почему? Почему? Просто спрашиваю, забудь. Эй. Да? Кто-нибудь уже говорил с тобой о ней? О ней? Да, ты уже знаешь? Нет. О... Ве... И... Эдьме. Нет, нет, это мне ни о чем не говорит. Что ж, ты должен быть очень осторожен. Пастернак, ты что-то знаешь об этой Ве... Осторожнее, она везде. Компания словно яблоко, упавшее с дерева. Пастернак, что ты имеешь в виду? Снаружи выглядит нормально, но внутри прогнила изнутри. Она словно червь, живущий внутри компании. И если она тебя поймает... Если она тебя поймает, ты станешь одним из ее детей. Что? И вместо знака вопроса семерочка.
Ну, здравствуйте, сладкая парочка. Я чем-то помешал? Чего вы прячетесь в углу? Пастернак, тебе уже вручили карту клуба готов? Клуба готов? Суса любит все страны, фильмы, ужасов, ролевые игры, комиксы, но даже основала клуб гиков. Название видеоклубов Мистерио. Будь осторожнее, она может похитить тебя и уволочь в их секретное логово. Там всегда два члена. Ха-ха-ха. Два? Походу, она и та девчонка, та, которая фильмы постоянно счекала. Как успехи, Пастернак? Я вижу, что ты все еще работаешь. Ты уже адаптировался в компанию? Да, более-менее. Слушай, ты не ходил сейчас в архивы? Пастернак, сегодня мой день рождения. О, с днем рождения. Спасибо, коллега. Слушай, мы собираемся скоро сделать перерыв и устроить небольшую вечеринку. Что думаешь? Ну посмотрим, будет ли у меня время. Работать здесь очень тяжело. Давай, чувак, взбодрись, ты должен остаться, все остаются, ха-ха. Окей. Давайте я... Хотя ладно, давайте. Потом. Потом сохранимся. Синтра? Что это за голос? А вы понимаете, что эта песня похожа, как мы были когда на 9-м, да, это же, где вот сад? Синтра? Извиняюсь. Что здесь делает качели? Это приложение для отдыха и расслабления. Вы не хотите попробовать? Я? Нет, спасибо, может позже. Я хотел поговорить о книге, которую ты рассказала мне найти. Я нашел всю информацию и заполнил форму R301. Великолепно, мистер Пастернак, чтобы попасть в библиотеку, вам понадобится печать Синтеракорп, которую я могу вам поставить. Форма печатается в вашем офисе. Вы сможете ее забрать после того, как выйдете из центра интернет. Спасибо. Форма R300. Чем вы хотели поговорить? 301. У вас уже есть форма с данной молотивением. Используйте ее, чтобы попасть в библиотеку. И там найти книгу. Конфиденциальность. Ты сказал, что моя работа конфиденциальна, что я не должен о ней никому говорить, ничего рассказывать, ради собственной безопасности. А, верно, мистер Пастернак. Осторожность одной из черт компании. Некоторые работники могут быть с ведьмой заодно. То есть некоторые люди помогают ведьме? Верно. Очень вероятно, что она может быть вашей коллегой. Рекомендую мне не раскрывать ведьме того факта, что вы охотитесь на нее. Понятно. Дети ведьмы. А ты не знаешь, что либо о детях ведьмы? Извините, у меня нет записи о детях ведьмы. Почему вы спрашиваете? Кое-кто рассказал мне о них. Ведьма прячется в компании и распространяет почту уже десятки лет. Осмелюсь предположить, что она так или иначе влияет на каждого человека в компании, в особенности на слабовольных людей, которые могут полностью попасть под ее влияние. Будьте осторожны, мистер Пастернак. Ну, в принципе, окей. Давайте отсюда тогда выходить. Потом я... Вау. Как ты тут очутилась? Уже у нас фундам, библиотека, найти к ним. А, ясно. Опа. Памятка. Мы напоминаем всем новым сотрудникам, что еженедельный мотивационный разговор с полковником Дюмонтом состоится в 11 утра. Вы должны прибыть к назначенному времени в конференц-зал С. Спасибо. Мотивационный разговор. Мы с Синтеракорп верим в комплектный подход к занятости персонала, и у нас активная позиция к условию социальных навыков и навыков работы в команде у работников с помощью мотивационных разговоров. Окей. Вы получили форму R301. Ладно, давайте, короче, что сделаю сейчас. Во-первых, это отхилюсь.
Инвентарь. Я могу, в принципе, бутер сделать или схавать. У меня довольно много воды. Давайте лучше воду. Ой, еще так мало. Так, хорошо. Юзаем бумагу. И давайте, наверное, на этом мы с вами и закончим. Сколько у меня там бумаги осталось этой? 3 штуки. Это нормально. У нас еще кофе. Стойте, у нас кофейка до хера. Пойди все. Там 4 у меня было пачки. Да. А, что ты даешь? Подожди. Восстанавливать часть здоровья. То есть мне лучше нужно было юзать, да, их? Ладненько, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.